Фрукты, блендер и молоко. 5 минут и полезный протеиновый коктейль готов. Он отлично поможет восполнить силы после тренировки. Как приготовить напиток, рассказали химчанам в Центре восточных единоборств. Туда входят только натуральные продукты. Никакой химии. А именно молоко, творог, орехи, различные фрукты. Есть несколько вариаций данного коктейля. Мы сейчас делаем самый простой, который любой может сделать в своих домашних условиях. Игорь Петрович мне будет любезно помогать. Мы начнем с того, что вы нарежете банан. После дегустации вопросы жителей обсудили рецепт и калорийность напитка. А если аллергия на молоко, то чем можно заменить? К сожалению, в случае молочного коктейля вообще следует отказаться, использовать там другие средства. Тематические встречи в городском округе проходят часто. Полная афиша мероприятий на сайте администрации.